Art, Kyiv, Contemporary, 7. Именно так это событие и обозначалось. Всюду. По-аглицки. Международно. С подзаголовком «Международный форум сучасного мистецтва». Скажу сразу и честно. Особого желания, да и возможностей у меня не было. Я отлично помнила салонный ужас двух первых арт Киева в Contemporary в Украинском доме. Это было салоном из салонов. Нечто а-ля выставка досягнень народного господарства. Но меня сагитировал и спровоцировал Бандера, а затем и NT Gallery Киев. Ладно, проявлю местечковый патриотизм, поддержу своих, решила я. И не было разочаровано. Знаете ли, точнее, видите ли, это как уже традиционный Киев скаутинг, но все собрано в одном месте. Не надо по холодному Киеву много перемещаться. Здесь, в арсенале, были представлены 8,5 киевских и 1,5 одесские. В том смысле, что NT Gallery – филия одесской NT Art Gallery. С нее, естественно, и начнем. Но обозначим, что Kyiv Art Contemporary 7 был действительно форумом, так как из 14 галерей 4 были иноземные, плюс итальянская платформа, плюс возможность увидеть живьем, а не в учебнике, опт-арт Вазарелли, плюс презентация проекта «Берючи 012», плюс всесвітньо відомі московская парочка Виноградов-Дубасарский. И, конечно, безусловно, проект от куратора Арсенале Александра Соловьева. Виключно живопис, новітній український фігуратив. Словом, весь наш огромадный Арсенале был заполнен. Смотреть было что. Поехали. Рассмотрим досконально полотно «Бандеро» плюс Ирины Бережко с латинским названием «Novus Ordo Seclorum» – «Новый мировой порядок, царствование, правление». Хотя я еще там узрела и «Seclusum» – «разделение, разобщение, даже отрезать, отделять и отбрасывать», исходя из изображенного, плюс пегасы, плюс венозные, они же артериально-нефтяные трубы. Любопытно, что итальянцы, у которых в арсенале была итальянская платформа, бегали и любовались беспрестанно полотном, восклицая: «О!» И Берлускони тут же: «Как же мы его ненавидим!» Не меньше успех выпал на долю Вадима Гринберга. Политически актуальное полотно с взламыванием рамы, подвійним ударом. Thank you.
Художник Гринбек оказался еще и мыслцем. Свои стихи читал. Аудиторию собрал. Зато Игорь Гусев выставил деликатные творения графики на латунных листах. А вот инсталляция из червоно-черных жуков-солдатиков Александра Шимченко, Одесса. Ей удалось весьма неплохо прозвучать. А теперь можно и в обход, огляд, пуститься. В арсенале можно было узреть подлинники Ворхола. У Геральд Хастингер Файн Артс из Вены. И трафаретный друг на полотни з Ахтунг с диамантовым напыленням Рассела Янга. Ух ты! Порадовала парижско-киевская Таис Галлери инсталляции Анатолия Твердого «Занурення». Посреди всех галерейных худ плоскостей инсталляция очень выигрышно смотрелась. Хорошо. Ой, как хорошо.
Так. Московская 11-12 Gallery. Одесская худпрома. Коллекция. Оксану Мась являла сумнозвісна Миронова. Снова итальянская. Цветочки китайского автора в флорентийской галерее Aria Art Gallery. Что было в 60-х, они привезли спустя полстолетия. Там были еще другие итальянские галереи с фэшн-фотографиями. Все же итальянская платформа. А отдельно, но напротив AMT Gallery были вывешены детки. Різнокольорові такі собі зайчики Олега Доу. Знаете, такие прямо смотрящие, чистые,
те, что летом орут на разрыв себя и вас, и на которых по Даниилу Хармсу мысленно насылаешь столбняк или командуешь «фриз». Здесь такие себе ангелочки в пухнастых звериных одежках. Что же из них вырастет? Обязательно нужно отметить, что дикая и какая-то неуместная живопись Владимира Наумца из худпрома отлично прозвучала, раскрылась в пространствах иных объемах арсенале. Вазареллі, украинский фигуратив и берючи будут в следующей передаче, как и Виноградов с Дубасарским –